Главным поощрением органов местного самоуправления муниципального образования «Город Магадан» является премия «Человек года». Данная награда предназначена для людей, добившихся высоких результатов в различных сферах деятельности. Премия присуждается по 18 номинациям: политика, экономика и финансы, промышленность, сельское хозяйство, градостроительство, коммунальное хозяйство, предпринимательство, торговля и обслуживание населения, обеспечение правопорядка и обороны, здравоохранение, образование, наука, культура, спорт, искусство, а также литература, журналистика и общественная деятельность. Все документы, которые необходимы для представления к награждению, направляются в Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана по адресу улица Горького, 16, кабинет 401 и 406 до 24 мая. Всех с удовольствием ждем. Для участия магаданцам необходимо представить ходатайство от предприятия или учреждения, в котором работает соискатель, а также выписка из протокола общего собрания по вопросу выдвижения кандидата с его характеристикой, содержащей подробное описание его достижений, значимость и эффективность результатов его деятельности, а также фотография в электронном виде. Дополнить перечень подаваемых документов можно рецензиями компетентных органов и лиц, а также документами и откликами в средствах массовой информации, подтверждающими достижения кандидата в случае наличия таковых. Вручение денежной премии состоится в День города на торжественном приеме в мэрии города.